А сейчас самое интересное, то, что будет в этот вечер. Три прекрасных дамы. Ну, в общем, вы все увидите. Да мы уже видим. Ладно, аплодисменты. Без перспективы на большие границы, не двигая вросшие привычных уму оков, плескаться в частицах истины и быть бесконечно близко к ним, причиной их основ. Непостижимые, простим же и мы закон, поставив весь мир на кон сомнений и их верности в запараллеленном времени, со мною, что есть и вне меня, в пределах исконной вселенности, несложные. Мы сложимся вместе с мыслями, не буквами и не числами, не объективной реальностью. Томаса Юнга, опыта, вихрей вопросов, шепота, сквозь что разошедшие, дальности. Слушай, мира море, моменто море, вот прилив за тобой пришел. Ты качайся яликом, хрупким, маленьким, на ладони его большой. А вокруг страшно не глянуть даже, там холодного дна тень. Убегай быстро, ищи пристань, наполняй суетой день. Море примет тебя, значит, не осудит и не оплачет, растворяя любовь вслед. А над морем поет ветер, и таинственный свет вечер, и глазам его дна нет. Люди, по сути своей, звездной пыли. Мы, как носители тела одной звезды, нитями света тянемся из толпы, чтобы собраться в целое, еле быть. Время не линейно, а оттого неважно, как мы встретимся, где, когда, объятая космической синевой, нашедшая равновесие и покой, создавшая тягу между тобой и мной, сияет воплощенная в нас звезда. Выйду в поле Иван-чая, фиолетовое море, по нему прольюсь ручьями, поле полное раздолье, бархат даблги пушистые, словно в облако лесное выйду. Воздух раздушистый выпью, как из-под опоры. Отыщу заветный камень, теплой силы преисполнен, обнажает нашу память. Он ведун, и он же воин. Я свободой отобьюся после города Хмельного. К солнцу и ветками тянусь. Мне снятся от случая к случаю прохладные волны листвы и синие рыбы летучие в прокрустовом ложе Невы. Но утро безжалостно раннее сбивает с пути корабли, и сны обращаются рваные в химер Сальвадора Дали. Пустыне иссушенной выцветшей, что носит название дня, брожу из терпения, выбившись, и сон не находит меня.
И только от случая к случаю из глаз твоих светлых легко прозрачная рыба летучая уколет меня плавником. Я рисую тебя красками на холсте. Ты рисуешь меня светом на пустоте. Не моя и моя, как славно, что мы не те, кто колотится силуэтами о постель. Ты похожа на все, что красит мои миры. Я бы мог припадать к ногам и носить дары. Но, о радость, мы свободны, мы не те. Я рисую тебя красками на холсте. Ты рисуешь меня светом на пустоте. Ты прекрасен, как мертвый Будда под конвоем немых стен. Я тихонько губами буду расплетать кружева вен. Я сжимаю спелые гроздья, проливая горячий сок. Поцелую своих гвозди, запечатаю меж строк. Нас с тобою опять обманет тот, кто прячется наверху. Помолись за меня. Ом Мани Падме Хум. Может быть, я спустилась на землю, странница, чтоб в ладонях носить твое сердце, как птенца. Не тревожься, никто не учует, что его я держала, храня. Человеческим духом не пахнет от меня. Выпорхну из метро, становясь собой. В город, качающий желтые фонари. И полечу домой сквозь лесной собор, через храмы лип. В стволах поднимается влага. Внутри меня возносится сила, способная все менять. И вдруг опадает в груди, затихает бой. Липы хотели увидеть меня. Раз без науки кружит над утлым приютом младенца, уносит космической стужей планетное теплое тельце. Все выше, быстрее и чище удары небесного гонга. Браво! Кровавым, дрожащим и нищим рождается пасынок Бога. Забытый земными царями престол долгожданный пылится. И странная вонь озаряет стеклянные очи ослицы. Мать кормит дитя, питает налитой грудью. Рисунок вен повторяет узоры платья. Маленькая моя, что с тобою будет? Стану ли я стоящей матерью? Ангел стоит за плечами, глаза лучатся. Ему ли не знать цены материнской любви? Маленькая моя, не печалься, дочку благослови. Просто благослови. Самое теплое.
ладошки. Самая честная честность. Босые по полу ножки, следы небесные. Ты выбиралась вправе. Славяных нас, наверное, мы же тебя ждали. Явью в своей вселенной на языке ведов ты говоришь задорно. Следует след за следом по телу небес узоры. Родинки, ориентиры, объятия твои мостами, ты воплощение мира в мамином мироздании. Искренняя улыбка, истинное счастье. Мы для тебя попытка, ты же вмещаешь нас всех с собой, продолжение рода являешь, рожденные нами. Ты вера и правда Бога с подлинными глазами. Нас разбудит гонг, смыкая глаза бессонниц. По ступеням вверх мы войдем в душевые солнца. До Утама пронзит нас лучами, вживляя семя. Золотой ладонью наложит бальзам на темя. Очутившись в человеческом воплощении, обреченное зависеть от ощущений, мы почти что научились играть с умом, осознав себя космическим веществом. Гасим ярость и стреноживаем страсти. Мы не здешние цветки золотистой масти. Электрический нектар в стебельках течет и младенчески пульсирует родничок. Мы спаянная солнцем трава, мы морская кипящая пена. У нас вся боль и вся радость вселенной на мгновение снова жива. И последний полет лебедины, и росою омытый рассвет, и кровавая россыпь малины в догорающем шлейфе комет. И недолгого счастья минута, и томящая душу беда, и последние проблески чуда на расцвете синего льда. Мы небо, мы космос, мы диких комет, осы. Бликами оседаем мы на мир осязаемый, мы ветер из недр вселенной, мы вышли однажды из пенной пучины бездонной памяти в пределах исконной яви. Те, кто песня лесного духа, мы весть о себе же слуха. Века поколений сменов твоих и моих венах, мы клей на сосуд жизни, себя уходящий извне. Мы небо, мы космос, я мой, а ты мой голос. Спасибо. Расскажите, чья идея? Кто? Вообще?
Вообще вчера написала мне Оля и сказала, что сорвался какой-то спектакль. Да, у нас вчера, то есть сегодня должен был состояться другой спектакль, но, к сожалению, там девушка заболела. Вот это лучше, не надо, вот это нормально. И девушки за одну ночь сотворили вот этого. Тут скользко, но да, они чудесны. Не подскользнись, Витя, то не только лицо будет такое. Друзья, ну что, еще раз. Аплодируем. Еще раз, браво! Браво! Ну, еще мало покрасили, покрасьте его еще немножко. В общем, пока не расходимся, небольшой перерыв, а потом мы продолжим, но уже в более таком тихом формате. Я тоже, мама, опять покрасила. Давай, может. Да, как подпись поставить. Пошли на улицу. Девчонки, вы знаете, что я находилась на Манхэттене вообще? Вы даже не представляете. Не-не-не-не, поставьте бедра, я вам расскажу сразу. Поставьте. Вот вы знаете, Тюз, да, вот находится Тюз? А здесь находилась студия Зиновия Яковлевича Крагоцкого. Вы помните таких артистов замечательных, как... Фильм «Бумбараш» там играл этот самый. Это же вот отсюда вышли, ребята, вот из этого помещения. Представляете? Вот это вот все, что вы видели только что, снимает маэстро Владимир Тихомиров. Ура! Не отключайтесь.